соседних регионах Башкирии стали закрываться офисы Древпрома. По данным местных СМИ, сначала это коснулось Оренбурга, теперь Самары. Но официальные комментарии по этому поводу правоохранительные структуры не дают. Корреспонденты сайта Уфа1.ру решили выяснить, какая ситуация складывается с Древпромом в Башкирии. У нас есть информация о том, что некоторые отделения Древпрома закрываются. И мы ожидаем, конечно, сейчас поток жалоб. Если мы посмотрим сам договор, то мы увидим, что никаких обязательств фактически эта организация не несет. Объехав несколько офисов Древпрома в Уфе, корреспонденты сайта Уфа1.ру в нескольких отделениях столкнулись с закрытыми дверьми. Одни из офисов уже сдаются в аренду, другие якобы закрыты на технический перерыв. Но, как объяснили нам сотрудники одного из отделений, которое оказалось открытым, офисы просто переезжают. Некоторые офисы переезжают, то есть с одного места на другое, вот это только знаю. Ну, может, у них там находят аренды, где поменьше, или там с арендатором плохие отношения, все. А Древпром так-то пока все нормально работает, и в планах дальнейшем работает тоже. Тем временем в прокуратуру Башкирии поступило уже более 30 жалоб на организацию о том, что она не выполняет свои обещания. Все заявления ведомство отправило в МВД республики с требованием привлечь Древпром к ответственности. Министерство внутренних дел Башкирии воздержалось от комментариев. Анастасия Жилкина, Дмитрий Янченко, специально для Уфа1.ру.